Сегодня мы вывели Чернушечку погулять. Вот. Ну, она сама, в принципе, уже начала проситься сама выйти. Вот. И мы сейчас вот за ворота, где нету собачек, мы с ней делаем променаж. Вот. Ну, вроде бы нормально. Сейчас и лапки у нее нормально двигаются. Я думаю, что она отлежалась от морозов, наверное, отогрелась. Столько времени находиться на улице, на снегу, в мороз, да? Конечно, все отморожено, наверное. Вот сейчас она у нас бодренькая. И делаем срочно вольер. Пристраиваем для того, чтобы ее поместить туда. Но у нее тоже должен быть домик. Подсадку, конечно, делать ей нельзя, потому что она такая своеобразная девчонка-то. Мало ли как поведут другие себя.